название Форест Гамп, откуда это название, кому пришло в голову идея вообще так обозваться? Не должен сказать, что это правильно. И пусть так будет. И я думаю, Валера не будет против. И нужно писать альбом за альбомом. И выбирать там самые дорогостоящие комбики и гитары. И ставить на них новые струны. И чтобы так было. Все строится по классической схеме. Какие инструменты задействованы? Клавиши, барабаны, бас-гитара, еще? Так, клавиши, барабаны, бас-гитара. Вокал. Да, так мы так посидели, подумали, у нас накопилось с Андреем достаточно много песен, мы решили все-таки это записать. Сами писали? Да. Ольга мышу мучает. А вот, значит, мы печатаем этот самый наш текст на такой этом самом, как его зовут, компьютер. Вот Ольга. Да, и капли жемчуга, роса. Припев? Потом припев. Тот же. Припев тот же два раза. Нет, там еще третий куплет сейчас будет. Вот этот парень, с виду невзрачный и простой, простой такой советский парень, будет отправлен на бой с Майком Тайсоном в апреле этого года. Валера, привет от телезрителям. Вот он как будто понимает, вот кто пустил, кто бросил валенок на путь управления. Какая у нас будет следующая? А небо после дождя. Это вот Сатриани прислал Сереге диск в подарок. Безвозмездно. Да, он там Сатриани со своей братвой, а это Сергей. Со своей братвой. А вот елочка рождественская. Его запись-то делалась в канун Рождества и Нового года 1999. Макс, ты в кадре, веселее надо быть, веселее. Вот этот мужик, он всегда здесь. Пока скучающая гитара. Ну, Макс-то доберется, он это любит. Прошу обратить внимание. Михаил, да. Помаши Диме ручкой. А это кто у нас главная? Это я не главная. Ну вот. Я вообще единственная. И неповторимая. Да. Это дороже. APM, добрый день. Ух ты, что он творит? Такой простой советский парень, мне вот всегда он нравился. Молодец. Редкие кадры нашей кинохроники. Нет, редкий кадр. Вот. Кто там ходит туда-сюда? Опа-на, я и гитара. Сколько еще ходит? Я и моих задниц ничего. Ну, хочешь, вот она. Та самая, о которой ты говорил. Ну что, нормально, уже нет. Что там такое? Ролан, выков. Собственно, там вообще Ролан, много выков. Всяких штучек страшных. Да, штучки-дрючки. Вы о чем? Полуприсед. Я? Пойдите вон! Я начальник, это стройка. Больше эротики в массы. Сейчас снимем. Надо, Оля, надо. Супербосс в студии.
поздно. Трубку положи. Надо было тебе сказать алло, и ты... Впервые в нашу телепередачу, поэтому я дико волнуюсь. И все-таки я попрошу вас представиться. Я Максим. Можно просто Саша? Дима. Вячеслав. Удивительно, вы обладаете весьма необычным имиджем, и тем не менее у вас простые человеческие имена. Не думали ли вы обзавестись какими-нибудь псевдонимами, там, прозвищами? Почему-то нет. Не думал. У меня просто мыслям базироваться негде. Обязывает вот длинным волосам, к рваным джинсам, косухам. Нет, о чем был вопрос? Такие как «Последний день мира», «Черный снег», «Темная сторона», «Денджер», «По ту сторону реки», мы еще играли в составе группы «Южный крест». Черный снег, стальная зима. Черный снег.
когда гитариста и основателя Южного Креста Владимира Грохотова дух предпринимательства принял окончательно, остальные участники коллектива приняли решение продолжать творческую деятельность, но уже пригласив другого гитариста и под другим названием. Так появляется Форест Гамп. У меня есть такой любимый вопрос, который я практически всем задаю.